Во Владивостоке пьяную женщину за рулем поймали случайные свидетели. Видео с ее выходками на дороге попало в интернет и взбудоражило многих. Но полицейские уверяют, что это случай за последнее время далеко не самый вопиющий. Тех, кто и свою жизнь бережет, и других участников движения не жалеет, становится все больше. Вот видео инцидента, которое разошлось по всемирной сети. Как выяснилось позже, за рулем девушка, которая выпила лишнего. Решила взять авто у своего собутыльника и ехать в Ливадию. Другие водители не сдержались, остановили машину. Да ты бухай, вообще в говно, ты чё? Ну, садись в машину. Простите меня. Да, садись в машину. Ну, простите меня, сейчас я уеду домой. Сядь в машину. На дежурстве можно еще и не такое увидеть, признаются инспекторы ГИБДД. Каждый экипаж за один рейд обнаруживает 2-3 водителей в неадекватном состоянии. Проверяют всех, кто вызвал подозрения. Наркотические, психотропные вещества не употребляли? Чего пешеходов не видите на пешеходном переходе? Как говорят инспекторы, в последнее время 80% нарушителей ловят не на алкоголе, а на наркотиках. Этот водитель такси «Максим», по мнению людей с жезлом, вел себя странно. Как выяснилось, у него уже 2 раза отбирали права за вождение в состоянии измененного сознания. Говорят, почему меня стало, ну, как бы трясти, а ну, я как бы немножечко волнуюсь. Разговариваю с инспектором, может что-то новое, какие-то нововведения. То есть я должен слушаться, как бы выполнять. Ну, вид немножко уставший, да, ребят, ну, как бы я работаю. Видимо, лукавит. Сдавать анализы таксист отказался. Теперь его ждут еще 1,5 года без прав. В 2015-м только во Владивостоке на алкоголе и наркотиках попались уже более 2000 водителей. Зачастую поймать пьяного водителя удается благодаря своевременному сообщению граждан, ставших очевидцами находившегося за рулем нетрезвых водителей. ГИБДД призывает всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьяными за рулем. С недавнего времени в силу вступил новый закон. Теперь за повторное вождение в нетрезвом виде полагается уголовное наказание. Но нарушителей это не тормозит. Пьяных за рулем задерживают все чаще. Всеволод Крапивин, Алексей Занович, Павел Михайлов. Панорама.